Здравствуйте, мои хорошие. Борьба за жизнь малышей продолжается. И я благодарю всех, кто уже отозвался. И очень надеюсь, что отзовутся еще люди. Друзья, у нас продолжается обращение к вам за помощью. Мы продолжаем акцию «100 рублей для маленьких детей». Для спасения маленьких детей. Прошу вас, друзья, ваши 100 рублей спасут им жизнь. Сегодня третий день, ребята, как мы капаем новый помет. У первого помета была глистная инвазия. У этих малышей просто кровавый понос идет. Но, что удивительно, вот этого энтеритного запаха нет. Поэтому сейчас пока гадаем, то ли глисты так сильно их разъели. Мои хорошие, 100 рублей для спасения маленьких детей. Ну что, ребята, одних вылечили. Один помет вытащили. И теперь упал другой. В прошлом помете погибла одна девочка из 7. Спасти удалось 6. В этом помете, дай бог, чтобы помогло. Будем стараться, ребята. Я хочу, чтобы жили. Я хочу, чтобы они жили. А вы? Ну что, моя солнышко? Все хорошо. Второй день на исходе. А вот так мы капаемся, скажу, так легче, да? Прижаться, чтобы тебя дышали в холку. И тогда легче сидеть и ждать, пока тебя прокапают. Да, малявка? Ребят, пожалуйста, мы введем сейчас 100 рублей для детей. И я прошу вас, мои хорошие, если можно, отзовитесь. Прошу вас, отзовитесь. Малыши, дети, они всегда дети. И плачут они так же, как и наши, когда им делаешь укол. А еще они прижимаются к ладошке, к плечу и ищут у тебя защиту. Они просто дети. И я прошу у вас для них защиты и помощи. Давайте чувствовать себя людьми, пожалуйста. Ну все, ребята, еще один. Да, еще один и еще девочка. Все, еще двое. Ничего, все хорошо. У некоторых очень лапки туго-туго идут. Катетеры забиваются, но менять пока не буду. Просто времени больше тратится. Катетеры еле-еле капают. Кое-кто из малышей начинает пить. Друзья, благодаря вам. Благодаря вам они еще живы. Я прошу вас, давайте спасем. Это просто дети. Я прошу вас, мои хорошие. Мы покупаем лекарства понемногу. Купили метрогил. А вот рингер, вчера было 10, уже осталось вот только 2. Ребят, аллотран, ребята, заканчивается. Последняя ампула. Цефтриаксон купили вчера тоже. Все улетает быстро. Белый уголь, юнидокс. Фосфолюгель, как видите, упаковка уже вся. Вторая наполовину. Ребята, это очень быстро все улетает. Но благодаря вам, ребята, понимаете, благодаря вам они живы. И простите за хаос, но тяжело капать. Девочки, хотела попросить, нам еще очень нужны бинты. Вот это очень маленькие. Я вот перебинтовываю лапку, и очень неудобно. Они узенькие, и, знаете, даже не хватает охватить, чтобы захватить полностью, закрыть. Приходится кусками наискосок. Очень узкий бинт, очень неудобный. Вот особенно капельницы перевязывать, ребят. Ну, очень неудобно. На улице темно, да? А трем малышам меняю катетеры, потому что они у них забились. Сейчас будем менять. Одному уже поменяла, прокапала. Сейчас еще двоим поменяю катетеры, и все будет хорошо. Друзья, день стольника продлится, пока наши малыши не поправятся. А это еще минимум пару дней. Я прошу вас, поддержите нас. Поддержите, потому что лекарства улетают с бешеной скоростью. А малыши поправляются гораздо меньше. Я прошу вашей поддержки, друзья. 100 рублей для маленьких детей. Прошу вас, мои хорошие, и благодарю вас. Сейчас, мой золотой. Вот это я выстригала, чтобы не путать их. Они почти все одинаковые, три мальчика. Так что всех разметила. Это я ножницами подстригла. Да, мое солнышко. Все живы, но нам бы пережить еще 2 дня, 2 суток. И тогда уже можно будет
смело говорить, что мы победили. А пока, ребята, будем только надеяться.